Макич, дайте, пожалуйста, шнурки мне в руки. Сейчас я тебе шнурки, сука, в рот тебе дам. Сейчас тебе шнурки в рот дам. Так кого пошел нахуй? Так, взял веревку, растянул между двух рук. Так, сюда иди. Пошла нахуй, дура, блядь. Ой, я... Ебать, подобила, я хуею. Достал веревки, держу их в руках. Гражданский держать. Веревки. Гражданское задержание. Гражданское задержание. На 30 минут. Офицер, при вас было нарушение неоднократное. Гражданское задержание. А че ты не стоишь на месте? Сыкуешь? Звонил человек, повел его к тротуару. Иди нахуй. Кого сыкуешь, ты сыкуешь, поебаный. Так, уважаемые, вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Вы имеете право на адвоката. Вы имеете право на адвоката, вот и на один телефонный звонок. Если у вас нет средств на адвоката, вам будет предоставлен государство. Вам ясны ваши права? Уважаемый, это гражданское задержание. Меня зовут Артур Пивоваров, лицензия частного адвоката LSA 000. Вы имеете право хранить молчание, все, что вы можете будет использовать против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если у вас нет средств на адвоката, вам будет предоставлен государственный. Также вы имеете право на один телефонный звонок. Вам ясны ваши права? Все, два раза зачитал, все, сотрудники, соответственно. Занимайтесь, пожалуйста. Вот сотрудники вон там вот стоят, вот, соответственно. Ну вот, бля, приколите, ты в ЗЗ нахуй вяжутся. А, да, а Макич, отведи, пожалуйста, отведите, пожалуйста. Это ты ему скажи, он тут ходил всех в рот это. Веду человек заломанного за собой. Пытался. Нет, это типам. Ну я могу откат Вильям скинуть, как вот накинули связки в ЗЗ на типам. Может на тебя откат скину? Сойди, сынок. Сынок, может на тебя откат скину? Да, без проблем. Короче, Вильям, что решать, как бы. Ну окей, тогда, Вильям, можно тебе скинуть откат на это, на помехой ситуации, вот на этого человека? Да, конечно, помехой. Сколько там за номер РП, нарушение? 3 дня бана, 3 дня, 4, кидай. Вильям, дай дискорд, пожалуйста, сейчас в личку скину. Не, сначала разберемся по поводу этого, шо вот типы, блядь, ну, в ЗЗшки вяжут. Не, сначала разберемся, как ты помешал РП процессу. Какой РП процесс, дура, я ебу, что вы тут делаете. Ты, ну вот это твоя проблема. Тебе сказали, что хорошо отойти. Стоит полиция и мафия, ты прибегаешь, начинаешь говорить, что ты в рот. Я ебу, где тут мафия, я что, ебу, сука, по РП, что ты мафия. Я ебу по РП, нормальный, нормальный, адекватный человек по РП не будет забегать так в толпу и орать такие вещи. По РП адекватный не будет залетать. Ну, дайте, пожалуйста, немножечко кляп человеку. В общем-то, все откаты можете скинуть мне или другое от инстанции, которая находится в ране. Я их теперь смотрю, потому что на данный момент я ничьих нарушений сейчас не я вижу. Вы что, не слушали, как человек только что орал, не адекватно? Нормально, нормально, да. Я к вам сяду. Полиция прям классно работает, админы тоже классно. А что случилось прям, такое? Прям при вас только. Зачем вы только процесс открываете? Толпа, ёбаная. Ну, это, сука, бичи. Дурные, сука, совсем на. Вот ты не слышишь, что ли? Да ты ж дебил, нахуй, ты не путай, я тебя ВСИ вообще не обзывал. Это я тебя ВСИ вот тут... Здорово, пацаны. Какое ОЦ тут 15 человек? Здорово. Алло, еще раз услышу ОС оскорбления, полетит. Здорово, пацаны. Кого? Я тут нету, блядь, это не я. Пацаны, здорово. Я бык, ты корова. Здорово, пацаны. 133-й нулевой ID. Здорово, пацаны. 133-й нулевой, слышишь? Пацаны, здорово. Что такое ID? Что ты плетёшь? Здорово, пацаны. Ну ты все залупай, коня нюхать, на. Пацаны, здорово. Здорово, так, так, хорошо. Слушай, Макич, я думаю, что нужно ребят, выезжать всем. Я думаю, беленький, беленький, здорово. Ситуация исчерпана. А можно у вас вопрос этим задать? Можете предоставить свое удостоверение что частного адвоката? Да, это отойдем тут. Частного, частного. Ну, частного, точно. Так, ой, я пошли, пошли. Сейчас, давайте я покопаюсь в карманах, секундочку, мне подожди. Брод. Рисковали.
А вы такая. Братуха. Завези к ней бобро. Да? Что такое? Здорово, говорю. Привет. А что у тебя с рукой? Татуха. Татуха, да. Ничего себе, нормально. За сколько сделал? 1400 вышло. Ого, ничего себе, а где делать? Я тоже хочу. Тату со мной. Прикольно, я думал в сральнике. Так, да, сейчас... Я... Из левого внутреннего кармана достану лицензию частного адвоката и в развернутом... Так, сейчас внимательно изучу. Хорошо, спасибо. Все, благодарю. До свидания. До свидания. Все, поехали тогда. Поехали. Все, довезите. Уважаемый офицер, мне срочно нужна ваша помощь, офицер. Офицер. Вы так расстроились из-за того, что вы нарушили закон, да ладно, не стоит так переживать. Вы чувствуете стыд, да, я понимаю.